Проблема с генератором. Клиент приобрел генератор. После установки обнаружилось, что на холостых зарядка идет, а при добавлении оборотов зарядка пропадает. Значит, генератор кросс, сделано в Корее. Значит, генератор мы забрали, отдали на диагностику. Вскрытие показало, что это восстановленный генератор, причем восстановлен он не очень качественно. Вот здесь вот есть сломанная деталь. Она так и осталась. Причина — пробитый диодный мост. Но основная проблема в том, что в верхней крышке выработка под подшипник. Под этот. И происходит люфт. Вот, собственно, клиенту будем возвращать денежные средства, и данного производителя будем убирать из нашего ассортимента.